Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, Дезертир. Я готов продолжить этот замечательный поход по непонятно чему для истребления непонятно чего. Тянь-тянь-тянь. Короче, это часть артефакта. Ну, вы поняли, короче. Вот такие вот дела. Нет, ты ко мне не подойдешь на пушечный выстрел. Мне нужно вниз. Я представляю, что внизу меня ждет полное говно, но окей. Я готов пойти на это ради того, чтобы показать вам, что же находится снизу. И если там что-нибудь полезное, если там хоть один ангел или еще что-нибудь в этом духе. Я думаю, что я не ошибусь и найду что-нибудь хорошее, знаковое и в этом духе полезное. Надеюсь, по крайней мере. И я уже кое-что нашел. Под кое-что я понимаю. Вот этот гадкий звук, который я слышу вон оттуда. Отлично. Мистические камни доли мы нашли. Это хорошо. И ангела, кстати, здесь не оказалось. Но зато я смог увидеть эту хрень и услышать ее. Хотя я, по идее, скорее всего, услышал ее и раньше, но за этой замечательной музыкой мы как-то не все можем, видимо, расслышать. Ладно. Выбираемся наверх. Я думаю, что мне сейчас люлей захотят настучать. Но, возможно, я как бы ошибаюсь. А может и нет. Сложно сказать. В любом случае, мы продвигаемся вперед, не останавливаясь на месте, дорогие мои друзья. И это главное. Некогда бывшей частью жезла Арафеля, посох Арафеля обволакивает владельца своей истинной силой. Ну что ж. Первую часть из многих... Ну, из нескольких, ладно. Мы забрали. Я надеюсь, что не так уж их и много. Иначе мне здесь придется бродить. Долго, долго, долго. Знаете, когда мне открывают ворота, у меня не очень хорошее ощущение, что меня ждет засада. Засада из засады. Но нет, не открыли ворота как раз таки в нужное направление. Пойдем проверим. Пообщаться надо. Нано пообщаться. С ангелами, с друзьями нашими. Что, ты мне откроешь проход? Неужели? Я нашел часть жезла. Будь осторожен. За этими баррикадами водятся твари, с которыми даже воины небес не рискуют встречаться лицом к лицу. Оставшиеся части жезла, они за баррикадами? Да. Пройди через город, и ты найдешь следующую часть под землей в старом заброшенном тоннеле. А где мне искать последнюю часть? Я не знаю. Но жезл наделен силой. Найди вторую часть, и, возможно, она расскажет мне, где находится третья. Так, ладно. Давайте пойдем дальше. Ты мне ничего интересного рассказать не хочешь? Займись своими делами, всадник. Я рассказала тебе все, что знаю. Ладно. Да я пушку пытался взять, а не с тобой поболтать. Хорошо. Идем дальше. Нам предлагают ходить с пушкой, поэтому почему бы нет? Страница книги мертвых. Глава мертвых. Короче, установлена. В общем, теперь мы можем передать ее снова Вульгриму. Но для этого, правда, Вульгрима сначала нужно найти. Я думаю, что в этом месте он, в принципе, тоже присутствует, поэтому... через какое-то время поищем его. Ну, точнее, он автоматически сам найдется, но окей. Ля-л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 я. Все. Отлично. Замечательно, я бы даже сказал. Вы спросите, что делает смерть, да? Ну, смерть просто страдает фигней, потому что ему заняться нечем. Да ты издеваешься.
Ау! Это было нагло и нечестно. Так, а ну-ка попробуем вариацию рассекателя, чтобы быстрее взорвать взрывчатки. Для продрыва нажмите. А, я вспомнил эту хрень. Но она, честно говоря, не очень. Хотя... Хотя, может, я ошибаюсь. Не, она даже похлеще местами будет. А главное, летают-то они просто качественно и шикарно, я бы даже сказал. Жалко, здесь прицеливаться нельзя, обидно. Ну да ладно. Мы и без прицела сойдем. Вот и гадость эта. Которая жужжит над моей головой. Твою мать, ты-то что здесь забыл? А внутрь хрен ты пройдешь. Ха, тупая большая мразь. Так, хорошо. Ну ты прикалываешься. Так, отлично. А сколько вас может быть здесь, а? Проще, чем крутить вот так вот каждый раз. У нее довольно медленно, на самом деле, заряжается оружие. Но зато здесь они, по-моему, малость самонаводящиеся. Ой. Оно чуть-чуть взрывается. Ой. Пять урона. Ничего так. Мне кажется, что снизу же может быть что-то полезное. Хорошо. Я бы даже сказал, замечательно. Снизу может быть кое-что полезное. Действительно, оно может быть. Оно есть. И я даже вижу, что там полезного. Но окей. Я думаю, что мы дойдем до этого чуть-чуть попозже. Так. Все? А, страничка. В общем, еще одна страничка книги мертвых. Третья глава, так сказать. Нам выпадают денежки. Прям замечательно. Еще монетка, к тому же. Еще замечательнее. Берем монетку задом на случай, если у нас здесь кто-нибудь будет. Ну, как видно, никого здесь нет. И это хорошо. Мне, кстати, понравилась эта замечательная пушка. На самом деле она более хорошая, чем ангельская. Хотя я подумал изначально наоборот. Ну, как видите, я тоже могу ошибаться. А пушечка, так сказать, оказалась реально крутой. Немного снарядов, довольно-таки много. И она прям-таки еще и балансней. Потому что наносит еще больше урона, нежели та же самая ангельская пушечка. Плюс является пушкой с небольшим самонаведением, что не может не радовать. А, не всегда самонаводится, конечно. Но тем не менее. Так, он где-то вот в тех вот местах сидит. А! Сириус ли большой дядька? Хорошо. От пушки мы все-таки сделали вывод, что мы получаем плюшки от пушки. Тебя я убью так, ладно. Открываем сундучок, получаем плюшки. Открываем сундучок, получаем плюшки. Плюшки, плюшки, плюшки. Это плюшки.
Чем больше плюшек, тем лучше. А тем веселее живется, тем интереснее и качественнее. Все? Надеюсь, что да. И здесь мы получаем, наверное, карту. Предположу, что именно ее, потому что, в принципе, больше здесь получать особо и нечего. А может и ключ. А, карту, видите, правда. Ау. Это было чуть-чуть больно. Я что-то слышу, и что-то, что я слышу, мне не очень нравится. Да хорош. Ребята, я, конечно, понимаю, что у вас здесь должен быть спаун, но, блин, ну не настолько же. Хорошо, предположу, что мне в эту сторону. Предположу, что там есть ангел или что-то полезное. Там есть реликвия. Замечательно. Я давно не видел ангелов. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я так и думал. Пока, ангел. 4 из 10. Тя-дянь. Черная реликвия. Замечательно. А 10 реликвий. Довольно много, довольно хорошо, довольно качественно. Идем дальше. А благо нам не наносит абсолютно никакого урона данные пушечки. Иначе бы мы были в огромном минусе, дорогие мои друзья. Что не есть хорошо. Так, здесь ангела нет, проверено. Хрен он. Давай, давай, призывай. Мне не важно, сколько вас убивать. Сотни, две сотни, три сотни, 10 000. Я вас любое количество перекалечу. По-моему, наверх туда забраться нельзя. А вот там у нас ангелок висит. Совсем высоко. Так, значит, надо аккуратнее смотреть на верх. Там могут находиться ангелы. Это относительно важная информация, друзья мои. О, здоровится, видите, как полезно. Я не могу. Хорошо. Надеюсь, что меня ждет нечто приятное. Например, вот эта вот гадость. Кабум. Сопротивление. Надо, кстати, к нему сходить, прокачаться, а то я как-то фигней малость страдаю. Так. Я вот там вижу что-то полезное. Там что-то мигало. И это монетка. Нос. Почему не глаз, а именно нос? Ай.
Ау. В принципе, босс не очень сложный, непонятно немножко, куда ему, конечно, бить. По идее, он вообще на пофиг бьется во все, что угодно, но окей. Главное уворачиваться, короче, от его мелких тварей. Напихали ему взрывчатки под хвост и радуемся жизни. Почти у нас трехнулся босик. Легенький. Ну, как-то ни о чем, я бы даже сказал. Но интересный, прикольный. Познакомились, в общем, с носом нашего врага. Вплотную, так сказать. Так, 125 штук у меня. Я даже не знаю, честно, куда мне тратить, собственно, такие большие деньги. Я, по-моему, подобрал монетку, которая здесь лежала. Ну, иначе просто где она? Вот. Поэтому мы пойдем просто дальше. Я надеюсь, что сейчас на меня, наверное, опять спустят орды. Ну, иначе, собственно говоря, и не бывает. Ага. То есть это так не работает, да? Я понял. Это так не работает. У нас, по-моему, вампиризм есть. Потому что... Иначе я не понимаю, как у меня восстанавливается здоровье. Я понимаю, что у нас есть вампиризм от моих когтей. Но такое ощущение, что у нас есть при этом вампиризм и от моего любого оружия. Отлично. Золотишко. Не нравитесь вы мне, но не нравлюсь я вам. Ну почему бы нам вместе не попить там, не знаю, в каком-нибудь интересном месте чего? Это невозможно. Чего-нибудь приятного, но нет. Стоим, убиваем друг друга. Ну, точнее, как. Я-то их убиваю, а они меня нет. Но это же другой вопрос. Все, или еще кто-то будет? Что, в гости больше никто не хочет? Ну, ладно, раз в гости не хотите, мы пойдем куда-нибудь погуляем. Ой, здоровяк, подожди. У меня есть для тебя плюшки. Хочешь плюшки? На плюшку. Надеюсь, ему понравилась моя плюшка. Эй, не жалко плюшек для здоровяков. Замечательно, подбираем денежки. Вообще такой сзади ор, да? Так, где-то здесь должны быть ангелы, 100%. Хрен тебе. Потому что я давно не видел ангелов. Где-то здесь они должны быть, ребята. Где-то здесь. Замечательная адская пушка. Как говорится, истребляем их же оружием. Пока, толстяк. Так. Хорошо, я просто вас буду истреблять толпами. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ребят, вы не понимаете свою проблему. Мне не важно, сколько у вас на меня выйдет. Я вас все равно убью. Здесь нет ангела, да?
В этом туалете мы не встретили ангела. Возможно, мы встретим ангела в следующем туалете. А, ну нет, мы не встретили ангела и здесь. Нам дают уже вторую броню какого-то крутого типа. И, к сожалению, мне не нравится то, что когда ты сбрасываешь, оно очень хреново потом заряжается. Довольно быстро на самом деле, но все равно как-то хреновенько. Так, сейчас я получу, кстати, уровень, надо будет прокачаться дальше. Знаете, почему-то мне такое ощущение, что если я сейчас пойду дальше, ничего хорошего меня определенно не ждет. Возможно, здесь где-нибудь есть ангел. Может и нет. Я хочу разбить ту машину. О! Ау! Все? Сдулся? Только смотри, друзьям об этом не рассказывай, а то засмеют. Скажет, смерть убила. Это ж как-то так смешно. Так. Да ладно вам, ребят, серьезно? Серьезно? Как же вы, бедняги, умираете? Это просто смешно. Так. Хорошо, бежим дальше. Да ты офигевший. Ну, в общем-то, мы минуснули ангела. Скажем так, дали ему жить. Жить. Жить, еще раз жить. Здесь где-нибудь по теории вероятности должен был выпрыгнуть бы толстяк. Ну, толстяка здесь нет. Я не могу. Зато где-то вдалеке витают в облаках вот эти замечательные черти, в которых мы попасть даже не можем. Ну, вроде попал. Ладно. Это невозможно. Это невозможно, но не только невозможно, это еще и не нужно. Сказал бы я, друзья мои. Потому что мне это уже не нужно. Фэтсоу. Толстячок. Что ты на меня бежишь? Ты хочешь лакомства? Получай! Хорошо, что разработчики додумались не пихать сзади всякую хрень. Пихают ее только спереди, и это хорошо. Просто если бы они пихали ее сзади, это было бы очень хреново. Ну, типа вот так. В принципе, терпимо. Ладно. Ангелов, кстати, рядом нету, нет? Нигде? Вроде нет. Там, по-моему, то ли книжка, то ли что лежит. Сейчас глянем в любом случае. Ау! Монетка там лежала. Ну и ладно. И на том спасибо. Так, ангелочка. Нет, ангелочки здесь тоже нет. Ладно, ищем ангелочка в других местах. То на подъеме, то на спуске. Определитесь, где вы хотите мне спавнить врагов, и я буду там стоять. Потому что пока что получается немножечко однообразненько.
Исчезай, друг мой. Ангелов нема. Нема, друзья, моих ангелов. Машинки разрушаем. Призывает нас ворон зайти вот сюда. Но ворон, там ничего нет. Зачем ты меня туда послал? Зато я бы зашел вот сюда. И хрен с тем, что здесь есть. Зато, возможно, есть что-нибудь вот здесь. А может и нет. Это, видите, здесь ничего нет. К сожалению. К сожалению, здесь ничего нету. Такие дела. Отлично. Следующая часть. Некогда бывшая часть уже зла Рафаэля, око Арафеля излучает невероятную силу, позволяющую предвидеть грядущее. Какие вот дела. Ну что ж, мы теперь предвидим будущее. И я знаю, что дальше меня ждет жопа. А вот примерно за следующим поворотом, скорее всего. Так, я осматриваюсь для того, чтобы не пропустить ангелов, потому что я хочу, по идее, убить их всех. Не знаю, насколько это верно и вероятно. Ну вот, собственно, мы прошли дальше. Я думаю, что к следующему месту мы пойдем уже в следующей серии. Ну, а с вами был, как всегда, Дезертир. Всем удачи и спасибо за ваше внимание. Пока-пока!